Всем привет. Ничего себе, снова. Отлично. Что у меня язык уже завязался. Отлично говорю, мюзикл. Вот. Единственное, там немножко это громковато было. Вот. И там один, короче, сын графа Дуракова, он был голубым. Ну, это вот немножко такое вот черненькое пятнышко на всем мюзикле. А так, конечно, супер. Играли хорошо, и эффекты были отличные. Вот. Так что, смотреть стоит. Жалко, конечно, что это не наш. Вот, я понял, он американский, я еще не смотрел его там в Википедии. Вот, но он, возможно, американский. Вот. Дороговато, конечно, там немножко все это стоило. Что-то там... 3200, что ли, блядь? 3200 или 3300 за какой-то несчастный пятый ряд. Поэтому немножко, конечно, дороговато. Первые места что там около 4 уже были. То есть за 100 евро уже в Берлине можно... Можно выдать штат по вас и плохие места получить. Поэтому немножко дороговато. Но, в принципе, все равно все битком было. Все места забитые. Свободного ничего не было.